И всем привет, ребят, с вами Старвайк, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому ивенту. И сегодня вместе с вами мы попробуем его пройти, попробуем сделать первые ходы, получить первую энергию, ну и попробовать, что же из этого все дело получится. Отправляемся выполнять задание. У нас получается есть возможность получить целых 6 энергии за 5 уничтоженных танков гранатами. Ну и я надеюсь, что за один матчмейкинговый бой мне удастся все это дело выполнить, да? Для этого что нам надо? Нам надо сами гранаты. Нам надо сами гранаты, это значит, что нам надо зайти их приобрести в магазине. А где они только теперь есть? Витрина. А, тут только 5 штук, так у меня мало гранат получается. У меня довольно мало гранат здесь будет. Ну ладно, попробуем, посмотрим, что из этого дела получится. Надеюсь, что получится что-то реализовать даже с 20 гранат. Так, ну и под это все дело нам желательно взять что-нибудь полегче. Что-нибудь полегче, с чем мы можем по-быстрому добираться до оппонентов. Возьмем, наверное, вот такую вот интересную комбинацию. И отправимся в матчмейкинговый бой. Самое шикарное было бы сейчас попасться против ботов, которые стоят АФК на одном месте. И по ним как раз-таки заряжать эти гранатки, чтобы получить халявную энергию. Ну и дальше уже сделать свои первые ходы в этой игре. Если вы ждали, к слову, этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше по тегу на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрышу есть в описании. Так, ну а мы тем временем будем стараться что-то тут накидывать. Какие-то гранаты. Походу первый танк есть. Да, первый танк есть. Первые же гранаты. Отлично. Нам надо всего их получается 5 штук уничтожить. И после чего все задания будут выполнены. Граната есть КД еще дополнительная. Поэтому наша задача тут по накидочке поработать немножечко. Посмотреть, где противник будет с меньшим количеством здоровья. Ну и четко под этого оппонента накидать гранаточек, да, то есть, ну, у нас все в этом плане вроде как легко и просто. Главное, чтобы все сработало. Так, не понял, почему гранат не могу накинуть? Почему не могу гранат накинуть? Не понял. А что, я одну гранату прожал и больше не могу гранат нажать? Что это за прикол? Почему я сейчас с респауна не смог гранату нажать? Не понял. А сейчас могу. Не понял вообще ничего. Если честно. Если честно, то вообще ничего не понял. А почему я не мог гранату нажать? Так, по вот этому. А, я выпустил гранату. У нее кулдаун получается, да? И даже с респа все равно кулдаун гранаты. Получается, это так работает? Я думал, что если ты с респа появляешься, то у тебя уже КД гранаты нету. Так, ну у нас противники поливали скатки. Но надеюсь, что хоть под кого-то мы тут сейчас эти гранатки сможем позакидывать. Хоть кто-то будет здесь выживать у нас в рамках этого боя. Так, ну я так понимаю, что даже... Ой-ой-ой, даже не респится, если можно... получать еще дополнительно. А, нет, получается, с одного респа все равно по одной гранате. Все равно по одной гранате. С одного респа, только у тебя еще и на гранату кулдаун получается дополнительный. Я понял, как это работает. Понял, понял. Все понял. Так, ну что, нам надо стопроцентные гранаты. Нам надо стопроцентные гранаты, чтобы мы наверняка уничтожали оппонента. Поэтому лучше всего нам давать гранаты под какие-то... тяжелые танки. Под какие-то тяжелые танки, которые 100% уже не уедут из-под наших гранаточек. Так, ну либо под респ давать. Либо давать под респ, например, вот по такому бойцу. Там Ареса аптек стоит. Такому можно дать. Пробовать. А, он аптеку прохавал. Эх. Аптечку прохавал и...
Я зарядил гранату всего лишь-то на... Сколько получается? Всего лишь на 1800 урона. Так, ну это такая задача. Задача, если ты хочешь быстро выполнить, то задача не самых простых, если честно. Если ты хочешь такую заданку как можно скорее выполнить. Тут было бы, наверное, лучше зайти в какой-нибудь спецрежим, если есть спецрежим. И в спецрежиме эти гранаты прожимать. Если там голды падают, то просто под голд эту гранатку накидывать. И там уже это все дело будет намного-намного проще. Намного проще. Так, ну сейчас надо выбить аптечку по-быстрому. Бойца. Так вот. И... Блин, не сработало. Что-то не срабатывает моя схема. Я думал, у него аптеки уже нету. Под него гранаточку красивую дал. И аптеку сам не сбил. Что самое неприятное. Можно было сбить еще аптеку. Но я аптечку не сбил. Соответственно, он мог подольше пожить. И реализация не сработала супер быстро. Так, здесь два оппонента въезжают потихоньку. Сейчас вот под вот этого можно и было бы дать, но он тоже быстро уехал на респ. Так, у меня пока только один килл. Один килл гранатой. Что-то как-то не работает моя схема с накидочкой гранат. Не работает моя супер тактика. Ну и пока что не получается реализовать то, что я бы хотел. Так, здесь оппоненты. Оппоненты здесь. О. Здесь тоже особо нету смысла накидывать. Когда в такой ситуации оппонент, то не особо есть смысл накидывать гранату. Так, вот по вот этому викингу, наверное, можно. Но он уедет. Да, что как-то у меня пока что не получается, если честно, реализовать все это дело. Как-то мне сложно даются эти гранаты. Давайте попробуем, может, посмотреть специальный режим. Что у нас там по спецрежиму? Если у нас в спецрежиме можно использовать гранаты, то я думаю, что там будет это просто намного проще. В таких режимах как-то ситуация выглядит лично для меня довольно-таки сложно. Довольно-таки сложно. Не получается у меня реализовать быстро. Но и не хотелось бы тратить на это все дело супер большое количество времени, поэтому давайте попробуем запикаться. Запикаться в спецрежим и посмотреть, что у нас будет там. Пока что я одну энергию залутал. В теории, даже с одной энергией можно пройти этот ивент. Но лучше, конечно, в запасе иметь побольше. Лучше в запасе иметь хотя бы все 5, потому что каждый ход на неправильную клетку это как раз-таки минус. Минус. А, так тут нет. Тут нет гранат, я понял. Это минус дополнительная возможность. И нет у тебя права на ошибку. То есть ты только если попадаешь в нужные клетки, только в таком случае ты, получается, полноценно проходишь один круг. Так, ну у меня 16 гранат, и мне надо 4 танка. 16 гранат, 4 танка. Реально? Ну, в теории реально, наверное. Ботов тут не накидало. Китайский бот был. О, ФК плеер. Это нам надо. Это нам надо. Это нам надо. Блин, я его слил. Вот это я, конечно, гений. Вот это я гений. Взял, слил оппонента, который на 0 хп был. Можно было его не добивать. Можно было просто уже кинуть гранату и дождаться, пока он взорвется. А я зачем-то нажал еще раз кнопку. Думал, что он аптеку прохавает. Но оказалось, что он немножечко... Немножечко на другом уровне. Так, нам надо найти какого-нибудь АФК. Игрока, который не двигается. Который только зашел в каточку. И под которого мы можем как раз-таки эту гранату реализовать. А, еще респа надо дожидаться. Тут эта схема с этими гранатами какая-то очень сложная. Вроде как я уже на следующем респе был. Ну да, у меня кулдаун гранаты, но я как бы со следующего респа уже. И по идее, как бы я должен уже иметь возможность.
на все это дело. Как-то очень сложно. Так, ну теперь мне надо просто поймать тайминг, когда будут противники захватывать какую-то определенную точку. И уже под эту точку сыграть. Уже под эту точку сыграть. Так. Нету смысла. Нету смысла. Вот здесь вот есть смысл, наверное, накинуть. Пробовать так. Дать. Отлично, сработало. Так, одна есть плюсовая. Нам осталось еще три оппонента. Еще три оппонента снять гранаткой. Ну, тут, кстати, в ЦП как-то кучкуются побольше противники. Как будто бы будет побольше возможностей на реализацию. По крайней мере, надо стараться ловить оппонентов. Раздамаживать их максимально. Ну и потом уже накидывать гранаточку. Видите, оппонента. И что это сработает. Есть, кстати, вариант еще реализации гранат с рельсой. С подрывом гранаты через рельсу. Но я считаю, что я чересчур low skill, чтобы так делать. И я не знаю, как она там будет засчитываться, от рельсы или от гранаты. Поэтому мы, пожалуй, такими экспериментами заниматься не будем. Так, ну тут вообще есть прям ботики-ботики у противника. Есть васпик какой-то приятненький. Но попробовать на нем реализовать. Ага, он еще и на точке двигается. Такую закинем. Котлетку под него. Оп. Шикарно. Сработало. Сработало. Так, ну и нам осталось еще двух оппонентов слить. И мы идем вместе с вами. Двух или трех? Сколько там надо вообще? Там 6 энергии или 5 энергии? Я что-то забыл. 5 или 6. Вроде было 5. Или 6. Или 5 или 6. Забыл, короче, я сколько там было энергии. 5 или 6. Но в любом случае я уже минимальную свою реализацию показал. Показал профессиональный реализейшн. Как это делается? Ну и опять у меня с респа нет гранаты. Да боже ты мой, но мне надо дополнительно респиться, чтобы появилась граната. Но это вообще несерьезно. Зачем эта ерунда? Зачем такая движуха сделана? Да я буду специально сливаться туда быстрее. Так, там есть у вас по шахте вкусненький. Под него бы гранаточку какую-нибудь зарядить. Вот неплохо. Под него гранатульку зарядить. Под вот этого, может быть. Тейдера. Второго сейчас еще раз дамажу эти гранаты. Под них двоих. Проукатывают, ребятки. Так, попробуем. Тут тоже. Пол ХП танки. А фулл ХП танки нет смысла. Вот на этого, может быть, и есть смысл. Нет, попал. Не попал, уехал. Блин, вот если ты хочешь как можно быстрее выполнить такую заданку, то, как правило, всегда всегда все будет работать против тебя. И всегда будет все это очень долго, так, знаете, неприятно. А если бы я бы просто бы зашел бы в матчмейкинг без цели уничтожить гранатами, то более чем я уверен, что эта бы заданочка бы выполнилась бы намного быстрее. А когда ты себе ставишь эту цель, быстро там слить танки противника именно гранатами, то, как правило, всегда это не работает. Так, как тебе хочется. Так, ну опять я не могу прожать гранату. Не надо уходить на респ. Султана не может зажать. А проблемы. Так, но у нас здесь нету особо большого количества противников, которые стоят АФК. Как правило, все противники двигаются с точки в точку. Соответственно, немножечко в моменте тяжеловато реализовать гранат. Ну, либо я просто слабый, чтобы реализовать этот гранат. Ну, будем пробовать. Так, попробуем сейчас поймать какой-нибудь таймер, где несколько противников. Есть в одной точке. Опа, есть шафт. Гранаточка хорошенькая. Отлично, шикарно сработало. Но это профессионализм. Это просто профессионализм. Это было четко сыграно. Так, ну и мне осталось дожить еще одного противника. Еще одного противника дать.
И мы можем, в принципе, идти пробовать свои силы в прохождении нового замечательного ивента. Ну, либо двух противников. Я вот не помню просто, сколько там было. 5 заданок или 6 заданок там было. Вроде, может быть, даже и 6. Так, нам надо на респ улететь. Нам надо улететь на респ. Поэтому шикарнее было всего сейчас бы, чтобы я двух противников одной гранатой слил. Вот если сейчас я двух противников одной гранатой солью, то я буду прям очень сильно рад. Очень сильно буду рад. Так, ну давайте, давайте, ребячки, но... Когда по мне скинутся урончика, что-то никто не скидывается. Никто не скидывается. Мы тратим очень много драгоценного времени. Очень много времени тратим. И не можем реализовать наши гранаты. Опачки, пошла. Блин, не тот припас нажал. Ай, не тот припас я нажал. ДДшку надо было, тогда бы урона хватило по этому бойцу. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вроде как на ДД нажал. Но она что-то не нажалась. Фиг его знает. Чего она не нажалась, эта ДДшка? Чего она не нажалась? Фиг его знает. Так, пробуем здесь по титанчику дать. Это что за новый прицел у шафта? Это когда прицел у шафта новый появился? Это я такого не видел. Еще разочек. Еще разочек. Нифига себе. Вот это прикол. Вот это аппаратик жесткий. Такого я не видел. А когда такое появилось? Это что-то сильное. Это что-то сильное появилось. Я даже не видел, когда такое появилось. Так, ну ладно, мы должны гранаточку реализовать. Должны реализовать гранейт под какого-то противника. Осталось только найти противника, который не будет резких движений делать, чтобы наша граната 100% сработала. Так, ну либо нам надо просто по точку закинуть гранатку, когда противник будет пытаться ее захватить. Как вариант. Опа, а вот и наш, ага, клиент, я хотел сказать, а он уже, оказывается, нулячий стоит. Так, вот этот еще наш клиентик. Под этого можно дать. Блин, ну даже крип уедет. Офигеть. О, найс, хоть в одного дал, во второго попал. Даже в крипа, который приваренный башней, я не смог реализовать. Даже в приварыша, представляете? Даже вот, приваренная башня без прожатых припасов. Я думаю, что это, кстати, очень сильный игрок. Он бы на рубрику пошел бы 100%. Кому интересно, ребячки, можете проверить, что у него там по УП. Что у него там по значениям. Я думаю, что он бы на самого сильного игрока бы точно подошел бы. 3700 ГС, Hunter от Винс, приваренная башня. Опять у меня респа нету. Да что ж такое? Да что ж вы будете делать? Давай, сливайте меня уже, Базрика. Отлично. Так, ну и все. Мне остался один противник 100%. Я уже пятерых вроде как дал. И если там и 6 заданок было, то мне остался один килл. Мне остался один профессиональный килл. Так, мне, наверное, дамажить. Надамажить и гранатку. А, ё-моё. Ох! Нет, это не гранатой было. Это, к сожалению, было не гранатой, блин. Вот этого можно было бы Крипсона слить. И честно, гранаткой. Да, в этом плане, конечно, что-то как-то тяжело. Ладно, я вот на этом крипе гранату должен реализовать. На этом крипе гранату должен реализовать, и тогда все будет четко. Ну, если что, даже мне 5, наверное, энергии хватит на прохождение круга. Поэтому, сейчас, если что, дожить надо чуть-чуть. Чуть дожить. Так, все, теперь граната у меня есть, теперь можно слиться. Теперь можно слиться, и вот теперь наша задача реализовать гранаточку. Надеюсь, что это все дело получится. Но я все-таки профессионал уже. По гранатам, поэтому, ну, реализация должна быть высшего пилотажа. Поэтому что мы делаем? Мы делаем такой вот ход конем объезжалого оппонента. И в поиске Хантера Твинса. Я в поиске Хантера Твинзика, который... Ой, ептите, это что такое? Это что было? Хантера Твинса надо теперь найти.
У меня есть минута 40, чтобы попасть именно в него. Ну, желательно, конечно, попасть до 40 секунд, чтобы у меня была еще возможность одной гранаты. Так, где он? О, вот он, боец. Вот он едет, едет, вкусненький. А, и он подставился под оппонента. Так, можно вот сюда дать. Чуть-чуть урончика. А, слился, я понял. Так, где мой Крипсон? Где мой Крипсон? Не вижу Крипсона. Вижу только вон тесловода профессионального. Вижу профессионального тесловода. Так, а где мой Крипсон? Не вижу его. А, вот он. Появился. Гранатку дал плохую. Но сработало. Да есть же! Еще идеально просто победа у нас в катке заехала под мою гранаточку. Но это было профессионально сыграно, ребячки. Но я думаю, что за это можно точно уже прожать лайк. За такую реализацию, за такой профессионализм. Ну, все-таки не каждый день вы увидите профессионала на полях сражения. Поэтому, ну, можно, как говорится, и чуть-чуть дать контентика сюда. На продвижение. Так, у меня появилось целых 3 контракта. Ну, я их точно буду выполнять. 100%. Уже завтра все эти 3 контракта будут готовы на следующем видеоролике. Так, и теперь у меня есть 5 энергии. 5 энергии. Так, что мы делаем? Нам надо разместить танки. Я понял. Ну, я вот так ставлю, чтобы по-быстрому было. Чтобы по-быстрому было, вот так вот ставлю. Надеюсь, что все так ставят. Танки противника. Так, готово. Подтвердить. В бой. Все, у меня есть энергия. Атаковать, разминировать. Разминировать мы не умеем. Для атаки необходимо выбрать клетку. Понял. Так, куда я поставил? Я поставил сюда. Значит, сюда атакуем. Поехали. Ептить, не попал. Серьезно? Или что? Найдите и уничтожьте все танки на поле и выделите клетку. Так я не понял. Я же выбрал. Красное это что? Это я не попал? Или что? Не понял прикола. Это что за скам? О, попадалово. Это попадалово, да. Еще попадалово. Так, а какой тут может быть? Палубка какая тут может быть? Я даже не смотрел, какие там палубки мои поля. Там есть 4 клетки, 2 клетки, 3 клетки. Ага, вот такие есть, да? Аппаратики такие есть, я понял. Так, ну пробуем, наверное, сюда тогда. Сюда. Ага, попал. Так, это значит, я нашел 4-клеточный. Не понял, почему у меня энергия уходит? Я ж попал. Или это попал? Ептить! Так попал это получается вот это. Ё-моё. Вот это прикол. Попал-то я, оказывается, здесь. О, боже ты мой. О боже ты мой, господа вы мои хорошие. Ё-моё. Все, я всю энергию профукал. Офигеть. Офигеть. Я думал, что это я не попал. О. Короче, ребячки, заскамили меня жестко. Меня прям сейчас жестко заскамили в этом ивенте. Я, оказывается, с первого хода сразу попал. А потом просто напромахивался. А тут я думал, что это наоборот. Не пустые клетки, а попадалово. Да, вот эти цвета, конечно, меня сейчас очень жестко задизморалили. И меня прям люто заскамили. Прям люто заскамили меня, ребячки. Офигеть. Попал на лютый скам. Я просто попал, ребячки, на лютый скам. Ну вот так вот, ребячки, я потратил свои 5 энергии. Считаю, что ивент просто супер крутой. Меня в очередной раз заскамили. По моей глупости. Поэтому пишите, как у вас, ребячки, дела обстоят с этим ивентом. Заскамили ли вас также, или вы не скамитесь? Поддержите видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну а я пошел плакать, расстроенный, без прохожденного вот этого замечательного ивента. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.